Машка, готовься. Что ты проспал, да? Вот здесь, да, финиш? Да. Вот финиш. Все, хорош. Мы проиграли. Это 1.8, да, Nexia? Да, 1.8. Ай-яй-яй-яй-яй. Обратно. Че, отсюда дальше поедем? Да, отсюда дальше потихоньку поедем, там, короче, встанем. Давай, с другим. Давай, нет, давай с этим второй заезд конкретно. Второй? Если счет 1-1 будет, тогда третий. Чуть-чуть левее надо. Давай мы чуть-чуть левее встанем. Раз, два, три. А не, он без шансов уходит. Вообще шансов нету, по-моему. Да все, поморгай ему, брат. Шансов нету, надо двухлитровую. Брат, давай пару слов, что за 2 литра? 2 литра на дросселях, валы, только не помню какие, ну, где-то 11-2, что ли, может быть. Ага. Паук, выхлоп 63-й. Пожалуйста. Что еще? Механика. Механика. Все как положено. Да, на дросселях. На дросселях. Toyota Levin. Ага. Сколько сил примерно? Ну, плюс-минус где-то в районе 180, я считаю. Не замеряли никогда. Но расчет такой, что на 108 сил. Да, где-то так, да. Думаю, не меньше. Все, поехали. Поехали. А так, про машину пару слов. Про машину? Да. ВАЗ 2105. Ага. Получается 16, 1.8. Приора мотор 1.8, у меня раствор 2 ли стоят, STI 6, ресивер стоит, 128, ну все. Сколько сил? Сил там 160, ну не мерил, точно не мерил. Все, хорошо, удачи в заезде. Спасибо. Брат! Брат, долго не держи, долго не держи. Сколько? Не знаю, я не смотрел назад, честно. Пойдем, пойдем. Вкуснее! Да-да, здесь этот... Халк стоит, смотри, что говорит. Что говорит? Эй, там хоп! Счет 2-1. 2-1, я проиграл. Выиграл Nexia. Выиграл Nexia. Все, пожали руки. От души, братан. О, братан. Зори, братан.